18 у нас сегодня сентября. Сходила я на огородик. Огурчики. Уже, наверное, насобирала на красивенькую литровую баночку. Помидоры зеленые надо закрыть. Красненьких тут подсобирала. Так. Тут у нас помидорчики. Сейчас буду консервировать по маминому рецепту. Пару баночек трехлитровых. И пару баночек трехлитровых буду консервировать с базиликом. Вот такая красотища он у меня на огороде растет. Блин, аромат стоит. А, вообще, какой он ароматный, приароматный. Так, надо пробовать арбузики кушать. А, вот такие дела. О, а сегодня я еще сало купили вчера. 2,5 килограмма. 1,5 килограмма одним способом засолила и 1 килограмм другим способом. Ждем, на сутки оставила при комнатной температуре. Завтра пойдут в холодильник. Послезавтра, послезавтра, наверное, будем пробовать. Кстати, снимала я, как я его засаливала, поэтому ссылочка будет в описании. И помидоры тоже. Буду сейчас перемыла консервировать. Будет ссылка в описании. Покажу, как, по какому рецепту я закрываю. И зеленые помидорчики сюда доложила. Но те, что зеленые, собиралась закрывать, сюда они краснеют у меня. И краснеют. Чувствую, буду уже консервировать красные вместо зеленых. Ну ничего, соберусь. Если соберусь, ссылочку на рецепт оставлю. Вот я дозакрывала почти помидоры свои. Еще есть зеленые. И еще на аджику осталось. И может быть еще придется что-нибудь с ними сделать. Ну и как бы с помидорами разделаемся. Вот такие красивые помидорчики сегодня получились. По 2 рецептам закрыла. По мамочкиному и по-своему, скажем так. С базиликом, с веточками и с чесноком. Ну, а здесь побольше будет ингредиентов. Хотя рассол идентичный. Все, друзья, на сегодня уже и 19-е настало, потому что пол первого ночи. Так, а папа у нас еще варит Киру ням-нямку пшенично-пшеную. Да, папуль? Да. Ну, а на следующий день я затеяла консервацию аджики острой под названием «Кобра». Получилось 8 пол-литровых баночек. Пусть настаивается. Зимой будем кушать. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Так написано. Так, 20 сентября у нас вареничный день. И вареники у нас с картошкой сегодня. И с капусточкой. А это наш отец из Лапландии приехал. Кириша, что это тебе? Ой, боже мой, ой, скучалка, папа, сынок. Прямо целоваться хочешь или что, Кирляндия? Прямо тёмики-тёмики хочется. Ой, боже. Мы уже 2 дня не гуляли, да, Кирюха? Надо такое дело исправлять срочно. Скоро будут варенички, папуль. А я иду показать, что ты там вытворяешь. Пошли, нам экскурсию проведешь. Ну, пошли. Кир, все, фу. Нет, нельзя. Пошли. Разорвал перчатку вообще новую. Козел. Сдрысни. Теперь у меня правая, другая, левая. Сдрысни, убери свой. Дрысни. Так, 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 так. Нет! Куда ты на меня прыгаешь? Ты больше меня весишь. Чего ты?
Все. Все, успокойся. Успокойся. Где твоя игрушка? Неси. А это наша Даша. Ой, в общем, вот такую какую-то делал папа укрепление, да, па? Да, зонтиками. Зонтиками. А их укрепляют вот так, еще сюда вбивают, сюда. Ну, да. Мы и так приклеили, потом, так четко, что... А потом вопрос, а зачем тогда клеить, да? Если держи, еще... крепко держи. Укреплять. Крепко держи. О, во какие у тебя! О! А ему не больно зубам, не? Ой, страшная псина, пристрашная. А, молодец. Кирюшка. Ух. Держи, держи. Все, все, хорош, молодец. Хороший, сейчас я тебе вынесу бульончика. Молодец, все, Кир. Да. Ай, хороший, молодец. Короче, вот этим делом и снега нам накидал во все комнаты. Снег у нас лежит на подоконниках. Все, подоконнички уже все в один уровень. Вау. Вау. А они будут вот такие ровные, да? Не надо вот такой надкосик? Будет чуть-чуть откосик. Будет, да? И теперь сало отправляется в морозильную камеру. Так, нарезала помидоров. Здесь у меня 4,5 килограмма чистого веса. Сливочка, помидорчик. Мясистый, хороший помидор. Будем делать томатную пасту. Закрыла такую прелесть. Две баночки томатной пасты. И получилось 2 литра. И один стаканчик отличного сока. Я такой очень люблю. Мне больше нравится, чем томатный сок с мякотью. Вот такой чисто выжимка. А ну кыш отсюда. Самый-самый классный. А вот это все из 4,5 килограмм помидоров. А рецепт оставлю в описании. Заходите, смотрите. Очень простой и быстрый, не надо ничего часами вываривать. В общем, видео подробно посмотрите. Ну, на сегодня все. Всем счастливо, всем пока.